Нахуй я начала это представлять? Со временем, наоборот, должны типа идти выше, выше, нет, блядь, наоборот, на дотан. Слушай, Галян, а я на яйцо, по-моему, фокус файер нихуя не могу наладить, да? Кто ты? Нет, конечно, нифига себе, блядь. Да я, блядь, ну думал, был бы вообще заебись. Чисто изи фраг. Ладно, я, наверное, на магнит. Это к Игорю, приезжай, блядь, на него фокус фаер, наложи, блядь, на его яйцо, а то, блядь, выёбывается. Ну вот смотри, там, смотри, одни легенды против нас, и властелин, блядь, ебать, нахуй. Игорян, ну еб твою мать, вот пиздец, никакого удовольствия сейчас, ты говоришь, сейчас придется, как всегда, блядь, потеть, как шлюха в церкви, нахуй, блядь. Там какая-то Саня на Джаггере. Да там похуй, блядь. Саня на Джаггере. Сейчас этот Саня на Джаггере отсосёт, ебать. В принципе, да ему не привыкать. Да. Блять, вот больше меня парит властелин некр, что-то некр каким-то ублюдком сделали, заебешься его колотить. Ой, бля. Да, Игорян, я думаю, любишь ты? Ты через этот, через мал этот, блядь, метеор, да? Не-не-не, это фигня на Магнусе. Ну давайте мне, стандартно какого-нибудь противника Джиггернаута, блядь, чтобы я прям охуел. Блядь, Феникса. Блядь, хуя у него никаковая масса. Заебись. Заебись. This is your target. By the dream of my home. Prepare for battle. The path of this conflict was decided long ago. Mm. It's as plain as the horn on my head. This one is in the bag. Point taken. А что, у тебя аркана нет, Юля? Чё ты не купишь? А чё ты мне не подаришь, блядь? Смотри, у тебя что? Легенда нету, фу, бомжи, блядь. Я её куплю, блядь. Да, блядь, этого шарика сейчас дают, ёпту, каждому, кому не попади, ёпту. Ну, так это ж не аркан. Крафтишь это дерьмо, и там выдают тебе там просто без шансов, и на паджеров. Сначала дают это говно, потом паджеров. Хорошо. А долго, кстати, этот ивент еще будет с сундуками? До 8 апреля, по-моему. А разве не до 1? Я думал, там в начале апреля уже заканчивается сразу. Ну, 8 апреля есть начало, как бы. Ну, там, блядь, да. Чревато. Оп, смотри. Не-не, я пойду туда. The battle begins. Horn calls to horn, and it begins. I approve. I am under attack. Кто там так томно дышит? Yes. Stand aside. Питере ожидается ветер. Я там ебалинг потерял, да, немножко. О, блин, какая веселая нас ждет линия. Вообще похуй. Чего того? А, нет, не того. Да гоу Джаггер ебашит, Максим. Ой, блядь, Максим и Артём. А сможешь чуть-чуть похарасить? Сейчас можно... Блядь, не успел, сука! Блядь, да ёб твою мать! Сука, чё за петух ебаный, блядь? Как меня бесит эта хуйня? Блядь, ебать, он нахуй с голубей всё хп выжил. Это нормально? Игорян, сам взял этого... О, давай, Юлька, даблкил! Хорошо. Сука, пиздец. Кого взял? Давай, тебе мемеку принеси с базы. Дохуя чего нести надо, у тебя карманов не хватит. Кого да?
блядь, это просто пиздец, блядь. Ну и горящик, блядь. Чё не так-то, блядь? Не я же Феникса ему пикнул. Блядь, вот против... Уже какая-то залупа попадается, блядь. Так пизди их, блядь, чтобы он тебя не убивал. Да кого? И как я тебе отпищу-то, епту, блядь? Отдыхаешь, развлекаешься? Да и горян этот. Вот, видишь, блядь, изи. Соло, блядь, епту, пришлось, блядь, взять все свои руки, горян. Да, да, соло, соло, блядь. Сломал. Ещё какое соло, блядь. Ах, пидорас, заблочил, блядь. Чё, тебе стакнуть, Игорян? Где стакнуть? Не надо мне стакнуть. Просто пизди их с руки, всё, что нужно. Больше тебе ничего не требуется. Всё, ладно, хорошо, блядь. Как скажешь, давай, просто пизжу, блядь. И здесь разблочь, всё. Да нету времени, блядь, там я не могу идти в лес, там, блядь, этот ебаный петух мне все ебало бьет своими петухами. Что-то ебаный петух у нас. Блядь, у нас, там вообще у них какая-то петушиная связка на самом деле. Бля, ебать, как-то он третий уровень, что-то хуйня, блядь. Отводит. Куда ты, ебать, земля, блядь. А что-то у него броня такая большая или что за хуйня? Что-то он дэмэдж не получает. Я, блядь, сейчас больше получу дэмэджа от того ебаного крипа, блядь. А. Нет. Не надо! Ладно, надо. Ну, Горян, чё я, блядь, попробую разблочить? В смысле? Не, заблочь, наоборот. Заблочил. Okay. Вернее, наш разблочил, блядь. Тут с той разблокировкой пока некие трудности. Блин, да я встань был уже, Юлька. Бля, они сентрик все принесли. Заебали, я на вардах разорюсь. У него еще один есть. Да, я. Там Тёмыч в меду, это жопа. Да пиздец. Конченая. Да, хорошо, что за это бабки не дают хотя бы. Давай, ничего не надо. И петуха можно сразу. У меня нету ничего, скипи. Есть, нет, стреляй. Не-не, я проиграл. Чё, дэмэджи ноль, блядь. Да, блядь, ёптую мать, крипы, сука, вот как именно в этот момент пидоры прошли, блядь. Сломай ему, вард, сможешь? Так, где здесь надо было? Слушай, а петух тебе есть? Можно его сейчас сбить? Давай. Трохнуть. Хорошо. Блядь. Это здорово. Я под птицами, слышишь, Игорян, пока не могу. Уходи. На низ такой не будет, нет? Это есть что-нибудь? Буква Ю. Похуй Ю. А чё ты сразу не кидаешь, блядь, Тёма? Вообще всем срать, блядь. Ты ей кидаю, а ты их отпустил. Мы живём ещё, ребята, помогите кто-нибудь, блядь, придите, сука! Ёб твою мать, нет, там что у вас дохуя, пацанов. Сразу кидай, блядь, у нас здесь мидер просто, который под тавр идёт, блин, ну.
пиздец. Ну ты посмотри, блин, у меня хп нет, у Тёмы тоже хп нет. Да блин, мы вчера с рандомом играли. Дай танго, блядь. Так охуенно было, блин. Ты сразу кидай стрелу, чтобы он не нажал крутилку, и все. Я сразу ее и кинул, и ты, блядь, взял его в сторону лапёс. Если бы ты сразу кинул, мы как раз успели бы. Давай его еще. Там был сложен? А. Там микрокок. А давай попробуем. А, блядь. Я да, без маны. Да мы сами пойдем. Да, ребят, вы там играете сами как-нибудь. Ой, лучше там не стоит, наверное, там искать сейчас. Пока еще без бэвки подыграть. Есть меду помощь? Угу. Не будет никогда, блять. Your middle tower is under attack. Игорян, хотят попробовать что-то. Заберем их, не? Промажьте. Правильно. Вам петух ушел наверх. Вон они с неком. А, есть варца поставить? Ну, и только едет. Они все наверху. У вас есть релокейтинг сделать? Я фантомка без фарма. Я если прилечу туда, я просто сдохну. Просто сюда не надо прилетать, Саня. Ну так и я о чем. Да можешь прилететь. Вы раз прилетели на низ, блять. Блять, мы не можем прилетать, когда вы говорите, блин, у нас тоже здесь какие-то проблемы свои. У меня было вообще я лоу хп бы. Я бы если прилетел, я бы просто нафитил бы. Да. Смысл, что на фидить их надо? Но если на фидим, я могу прилететь. Да, и мы уже на фидили. Мне карпаты идет, где-то они. Вон, смотри, к тебе Тёмыч пошел. А ты достигли? Вон там. Можно этого чела убивать. Не знаю, тут у нас. Вот здесь Кая можно убивать. Давай, Саня, сейчас подойдешь чуть поближе. Вон, Феникса, я подойду, убьем. Может, он на почку придет. Давай, 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 попробуем. Надо Феникса первого убить. Он не пойдет, да? Вот тройка. Мне как бы. У меня фокус. Смотри, некр идет и горят. Некр. Ну, там смотри, на него прокасывает. Неплохо. Нам некр... Блять, я никого не убил. Он косу въебал? Да, он какой-то странный косу дал. Саня, осторожнее, все пошли через лес, могут зайти на тебя, Саня. Главное, Юля, отдыхали вроде как.
Мушка по твою душу идет. Я кормиду. С одним худом, даже радик собирают. Да, 100%. Я кормиду. И кинг здесь. Можно что-нибудь взять? Сейчас мы Тём еще разве позабираем. Они тут не идут. А, блин, да даже так? Он в скай тут. На низ. Сунтинг здесь, внизу стоит. А, тут не короче. Вон вниз можно, я без ТП могу прийти на ноге. Так, наеду. Я вниз тоже, но я тут. Без радика еще надо убивать. Есть помощь меня? Я вон. Блин. 5 секунд. Да нет. У меня хп нет. Назад. Да. Там осторожно, Тёма, яйцо под тус поставили. Там минус яйцо. И косы нету. Я бегу. Он больно бьет. А, давай, наверное, в лес лучше скажу. Да не, чуть дизольку. Не. Там надо вижу поставить здесь. Я так отрегаю сейчас по-быстрому. О, вот он по-быстрому. Что, в смоках или в чем? Нет. Да нет, там СК мид пушит, они отходят просто. Что, не деварда, блядь? Ну, Игоря, ну. Здорово. Хочу тебе подцепить, типа ты выходишь, блядь. Брат, блядь, ж, погоди. Можем кого-то убить? Да, в мини можно кого-нибудь. Давай. Надо помочь просто. О, связал. Блин. У меня дагер когда... Блядь. Я дагер когда ждал. Так, ну можно топ подавить, снег рубить. Да, там на самом деле вверху, да, он отсекал, наверное. Я иду туда, Элен тоже. Горян? Его нахуй. О, спасибо, Юрка! Въебали косу и всю хуйню. Вот это ты, конечно, там, здорово. Там некоторые, чтобы убить, нужно либо в стане его постоянно держать, либо моментальный дамаж. Мы его пока что никак не убьем. Нет косы. Он просто на фул отхилится. Желательно выбирать другую цель. Блять, а другую не... О, смотри, у меня есть просветка, будем брать? Настроить да. Здесь. Давайте я сейчас помогу. Я лечу, яйцо, блядь. Пытаюсь. А вот этого еще? Стой. А я на низ. А, ну, все. Мана, да. А уже Юль прожил, походу. О, нет, мана. Мана. Слушай, Юля, а вот здесь, походу, дело, то ли они Vision сняли, потому что здесь у меня был, стоял, но он что, так быстро пропал, буквально минут назад был.
Ну так только с Индричком, проверь. У меня с Апсиром стрела. О, петух, смотри. Юлю, здесь вижу, он поставил петух. Можно убить кого-то. О, а мы сможем законтрить его? Есть помощь? Просветил его, просветил. Не, мне надо тысячи, я умер. Бля, у меня тоже мало хп. Бля, давай я выйду. Бля, пиздец. Как-то больно было. Можем на релокейте полететь к ним. Да. Вот наговорка. Бля, ебать, не, слушай, подожди, на релокейте что-то летит, пока опасно. Купи смоки, смоки есть, а? Да. Так, подожди, я пыль прожал. Можешь мне один смок дать, а? И себе купить. Ах, тебе ладно, у меня уже деньги есть. Да я давай. Че, Игорь, не хочешь никуда слетать? Да блин, у меня видишь демаджа нету. Слушай, нам надо попробовать четвером сейчас вот здесь. А, реверса-то ничего нету, да? У тебя нихуя. Ладно, похуй, подстрахуй, я проветрю. Еще вот здесь Синдряк стоит. Не, осторожно, не видно никого. Так, вот здесь что-то было. Может, они на Рошане или где? Фармят просто. О, некроми, да? Так, где остальные-то? Они либо здесь, либо здесь. А, вот нашел. Там один из кам. Дух. У меня в принципе, ну, есть можно... А, нет, там некор. Есть его посетить. Можно СК продать. Да. Нет. Не, надо выйти. Юлька отъехала, погоди, блять. Да я тут. О! Все, отходи. Они вот здесь. В смоке однако. Так, и нахер там этот. Просто камень. Я повезу под вышку. Можем убить кого-нибудь. Ты стой на месте, не нападай на него, я повезу. О! О, связал, просвет, связал. Просвет. Ставьте пачку внизу, я убью ее. Ставь пачку. Давай, забирай. У этого радик уже. Ну, слушайте, можем мид потушить. Сейчас повезу его. Ко мне БКБшка летит. Я успел разрубить себе того. А хвост как кричал. Он кайф, поймать, он тут некор далеко. А на некра нужна ума? Да, можно петуха. Может, хорошо, начинать? Конечно, у меня не всегда есть этот. Грунтос.
Артём, ты мне это сказал? Так, да, да, я бы, наверное, взял бы. Блин. Да я фиг не сделал. Сейчас у меня двойка, это только вышка. Забери меня. Я все равно сейчас сюда вернусь. Я умер. Юлька! Я здесь. Видишь? Ааа! Это, блядь! Не достал! Ходи, уходи! Прицепляйся, если что-то мне. Две секунды. Бля, ебать, нихуя себе приколы, блядь! Урна нужна тут, нет? Слушай, я не знаю, я бы взял, наверное, блядь, пизду этого никак, блядь. Ну, он мидер. Можно, там еще Феникс хилит. Подожди, тут что-то, по-моему, кто-то светил. Сейчас осторожненько. Быстро этот... Ага, вон он здесь. Давай выйдем. Выйдем отсюда. Тут, кстати, джаггер, если что, крутится, блядь. 20 секунд ульта. Типа. Ну, охуенно. Тёмыч, волшебство возьмёшь? Давай, возьму руну. Феникс. Так, пока они без СК, можем подраться. Он здесь 20 секунд уже стоит. Я бы ушел бы отсюда. Ты выйдем? Да, да. Да, я... Я вверх улетел, почти. Как раз БКБшку давай, ой, тут. Бля, мне до даггера хуйня осталось 400 монет. О, блядь, теперь я могу инициировать тоже, блядь. Блядь, тебе без БКБ. Так. Если сможем, да, если сможем закупить, я могу... Там у некраута есть еще. Найс. Хорошо. Я поднял, поднял. Я в сале пока. Четко. Да, это будет хорошо. Пойдем, у меня даггер, если я увижу, сразу цепану. Я улетел от пушки. Так, а наоборот, можем пропушить сейчас. Алло, ну что там будет? У тебя крит.
Не, я понял, блядь, мне просто... Ой-ой-ой. Подойдите к фантомке. А он выжил? Нет, там не крадет. Давай выйдем. Выйдем. Давай выйдем. Да, я уже не выйду. Давай за меня цеплять. А, у тебя экран. Некогда. Саня, ты хоть иногда говорит. Ну, у меня тут бля, я не понял. Сань, ты видел ее тут, блядь? У тебя вообще не критовало столько. Я думал, ты его уже убил, я просто в сторону отошел, и у тебя не критует, блядь. Не проплатил ГБ на шину? Да, походу. Кстати, вон трепаю фантомка тоже еще не скоро. Интересно. Там гемма узкая. Ну, бля, надо его ёбнуть. Ну, надо быть просто. Что он этот вард не увидел, бля? Я если чё, всегда феникса буду прыгать, чтобы он кнопки не жал свои. У меня одним есть. Лучше в петуха прыгать. Петуха очень быстро можно бить, феникс быстро не убьешь. Как не убьешь? Как не убьешь-то, брат, убьешь? Окей, убивай его, пробуй. А я не говорю туда идти, я говорю там вард, не надо, не надо. О, этот некор здесь. Здесь некор. А привязать сможешь? 5 секунд, смоки. Не, у меня КД даггера. Тебя отвезти? Куда? Под башню. Ой, блядь, ебут. Ничего не видно. Вообще ничего не видно. Мы на варде были. Надо, вижу. Сана может убить, пока. Вот забрать хотя бы СК какого-нибудь слона. Вот потом один врыв, и они забирают Ашана и уже несут на базу. Могу некро. Так я сейчас... О! Вот тут. У меня некро убить, Сальница. Фантом, а почему его не видно под вардом? А он на ХГ сейчас стоит, поэтому его не видно. Ой. Ебать, некор в КТ, блядь. Да. Некор там в стане пока. Некор в стане здесь при отгоне. Блин, сал. Ой-ой-ой. Блядь, чего? А почему РП не сработало? А, у кого сало? Блядь. А у кого сало тоже? Да, у Джаггера, блядь. Не травка это, блин. А, у Джаггера, да? Бля, хуёво подрались, пиздец. Да на нулик на некро тебя есть. У нас есть нулик, но это нет еще. Да ебать, нихуя, если ты, блядь, Тёмыч, 30-я минута, откуда ж тут столько слотов-то, да, блядь? Да, есть практически у фантом. Так у меня слотов нихрена нету. А, некра убивать, блядь. Там, смотри, этот Таня почти манкинбар творил. Юль, возьмешь книгу? Книгу возьми там. Книга есть. Тёма, досты купи. Опа. А, они наружу, что ли? Да, возможно. Погнали, народ. А, у нас РПшка еще есть. Да, надо КБ-ка делать.
Не повезу их тогда. Надо было скир начинать. Да он опять мне сало накинул. А да хватит там хп-то у Рошана? Да, вроде много. Половину где-то было. Блин, зря яишку нажал. Ну, давай таем тогда. Куда валят-то даем? Ну да, у нас РП нету сейчас пока. Хотя я могу немножко это... подохать. А, они хотят, видно, там забрать. Ну, похуй. О, давай птаха пацаны сберем, может. Блин, он здесь был, да? Ладно, ладно, бегай. Ой, алло, а куда он делся? О! Да, блять, они все тут. Гем. Тут гем. Похуй. Блять. А да забрал? Я понимаю, что там гем, там этих пидоров дохуя было. А кто забрал его? Кура забрала, уходи, там нету гема. Некр внизу, парни, некр внизу, можно кого-то убить. О, а пойдем. Юля, пойдем некр это. Тэп не сервис. Некр внизу, парни. Блин, так где он, непонятно. А, вот некр. А, можешь оставлять меня, если что. Я бегу вам навстречу, на них на... А, блядь, съебался. А, Саня, ты чем его убил-то? Этот какого? В кортика, что ли, петуха позастрелила? Я не понял. Да. То я привязал его, блядь, начал расстреливать, хуйка он испарился куда-то, блядь. Бумаги сейчас до хрена, но... Статов ни хрена при этом. Stand aside. I'll cleave them in twain. Why not? Ah, yes. A taste of my power. Так, а у Джаггера там еще 2 минуты. They cannot hide. Scepter is no horn, but I prize it over this. The ground shudders. A taste of my power. Макаты тянет, парни. Меня привела, летят и сейчас. СССКА. Так, там не БКБ летит. Некор снизу, сверху Джаггер. Сейчас можно кого-нибудь из них забрать. О, кстати, а может пойдем это Джаггера попробуем? Сейчас, блин. А где он? Да. Ну, не, я думаю, что он сейчас пойдет. Да не надо. Вообще не стоит. Смоки есть, можем пойти. Сейчас я пачку запомню. Тёмыч, погнали. А, блядь, а может нахуй заскипать пока? Пофармить у них один хуй, а Егис? А, у кого я? Не, я хочу зацепить одного, просто. Мы так-то с Юлей можем дать вообще по сикарту. Угу. Просто они пока так раздробленно держатся, потому что можно цеплять там бандово двоих. О, досты халявные. Я тебе досты отдал? Не знаю, там на земле валялись. Они в тройке, наверное, где-то. Да, да. Так, я сейчас цеплюсь. Там палюсь немножко, смог. А смог вообще палит эту фигню или нет? Консидирует виспа. А. Нет. Хз. Они внизу, а, не у нас все. Окей. Сейчас, может, сюда кто-то придет дафать. Я подпушу, смотрите, у нас тут две катапы, может, попробуем подпушить, не? Да, можно.
Че джаггер внизу? За Егис. 30 секунд, а Егис там скоро закончится. А, он там не один. Так, ну можно их снять на топ и подраться на топе. Там внизу они вроде не идут. Вот здесь СК. СК здесь. У меня столько не достал. Блять, не успел прожить БКБ, ебаная, блять. Уже нет. Так, ну их сейчас строят здесь на топе. Вышку можем забрать там еле. Че, внизу может отпустить надо. Некто сюда прилетел, некто здесь, блядь. Пиздец, вот сука, блядь, ебаная, чуть-чуть не повезло. Я прилетел сюда, я поставлю нет. Да не, так. Так, некро. О, петуха можно. Давай вот сюда вот первый. Да мне смока. А, окей. Здесь. Да, как это? Он сюда. Он улетел уже. И кара здесь на. Нет, Аигуса. Чёрт. Джаггера тоже нет. Чел даже из крутилки не вышел. Давай. Ебать. Со скрошанная, блин. А, это... Будут не так. Паеникс. А, он выжил, что ли? Да, у меня тут нажал. Нет. Он на бок тянул ХП был. У него, походу, шмотка это на. О, гем. Я возьму. На что? На инвиз. Ну он брат. Кастует. Сами нас катовывают. Ой, бля, загрел вез. Сори. О, бля. Джаггер, байбэк. У меня гем. О, мне плохо. Давай, с вами нарезай, братик. БКБ нету. Гем. Игорян, и гем забери. Ой, так мы Джаггера после боя еще убили. Что, гем нужно кому-нибудь? На базе его выложу. Пизду. А у нас инвизера уже нету, да? Ты можешь лоту взять. Я не хочу его носить. Не, выложи, он в принципе особо нам не нужен. Ну только СК полетит. Да? Ну там мы СК. Ну, он просто раз уже. Там, если он на земле лежит, его видно. А, вверху. Да, у него глиммер. Я его куда стоп. Блять, его или просто? Можно релик. Некрофекс. Не шибко ему помогло, правда, это в прошлый раз. Он некор. О! Есть? Мы соберем далеко немножко. Бля, нет так много. Ха!
Тоска можно попробовать? Я не знал. Так у меня тоска есть. Тосты нету. Тосты нету. У меня есть. О, баш. Барс, иди. Ой, блядь. А еще там... Ух, пошли, блядь. Оля, таги. Преследуемся него? Да не, он сидит сейчас. Го, по топу пропушим. Он нам, по идее, ничего не должен делать. О, здесь какая-то хуйня, слышу, подожди. Может, я бекер заведу как раз, если там еще остались. У меня лотос есть, я постараюсь кинуть его, когда на тебя накидывают эффекты разные. Есть помощь на меня. Все мертвы. Ой, вот это возьму. У меня БКБ есть. Можно выйти. Они, возможно, на Рошане сейчас. Против кого? А я гоу джаггер. О, ёб. Блять, ебать. Давай это он почти закончился, этот джаггер. Если некро на топе появится, пойдем его сейчас заберем. Так, я иду к вам. Что-то он не хочет как-то. Yes.
Да. Да, я не знаю, у нас успеет только клиентка. Да блин. Чё там, Аегис же? Ну нахуй, наверное, нам надо от дефа. Либо если я буду привозить, пока что мы не можем. Да, да, да. Давай я Егу переждём, один хуй, нам спешить некуда. Они особо далеко не разбегутся, но для Егу, по-любому, мне кажется, надо переждать. Это полная хуйня. А, опять же, как если они сейчас поодиночке пойдут, то можно кого-нибудь убить. О, юль. Смотри, а мне, короче, сверху будет. Давай вот сюда вот, кусты куда-нибудь. Там двое. А как он трое, спалил? Их трое там. Их трое. Ладно. У меня как-то ТПКД. Я лечу сюда. Хорошо. Отлично. Ребят, меня с вами никто... У меня некр байбекается. Ну этот... У меня ТПКД. Его ёбнули. Это было в соло. Чё? Что в соло? Ты? Ну вы вдвоем, я тут при чем, я вообще тут ничего не делал. Блин, я думал, что они сейчас фармить там будут отдельно. А они там набежали целой толпой. Сана, я Иго. Блин, ну у меня сейчас БКБшки нету. Я возьму регион. Так, я могу подтащить его. Ну давай, если икра зацепишь, то в принципе быстро убьем. Я живу, я живу. Там 2 минуты еще. Пока Феникс отлег. Блин. Да не надо, вот иди. Там у этого. У Джаггера худ еще. Они... Ага. Нет, я без боя. Есть хелп? Какие-нибудь кнопки нажмите, пожалуйста. Да я хотел отхилиться от кого-то, только не от Джаггера. А я один остался здесь. Ну, кровь, подохать. Там у Джаггера 29 секунд. Лучше его не убивать, а это просто покрасить. А, он хочет убить просто. Надо этого забрать, из КСК забрать. Да там тем это. Бежит куда-то. Там некор без боя. Некор без боя. Сейчас бы на релокейте трон был. Опа. Джаггер. Настоящий? Да. Блять, чё он такой живучий, сука, блять? Юль, сделаешь релокейт? Бля, выжил на, блядь, 5 хп, ебаный, блядь.
на базу не хочешь? Да не-не, я думал то, что ты сейчас. Подожди, вот здесь будет. Убить меня и этот. Это заберешь меня файт. А, иллюзия, иллюзия, иллюзия. Point taken. Можно пробовать диска еще. Там Джаггер опять где-то тусуется. Я обезбавил, если что. Блять, какой обычно талант виску на 25-м берет? Левый или правый? А что тут? 400 атака вместо стизи. Но у тебя дамаги нету, наверное. 400 здоровья. Да, конечно, да, да, да. Там них... Меня ульта нет. Ебать, нихуя себе фантом кажется. Давай на них стреляй. Все, подождем. Тут мало вкусно. Может, ты МКБ соберешь? Против кого? Против Джаггера, против... У него лобочка? Радианс. У него этот предмет. У тебя получается промах где-то 40% идет, если там некро рядом. А чё фантомка шарт не покупает? По-моему, за вообще имба. Против кого? Какую пассивку мне надо вырубать? Муншард, ебаш. Да, я лучше себе муншард возьму. Некого особо вырубать. А то, что чистый дамаг, 16% от макс хп. Это что, не решает? Угу. Нет, вообще никак. Хуйня. Я СК, блин, вот 4000 его здоровья просто на 3 секунды. Да это ты туда не палишь. Только вартер не ломай, не пали, то, что там вижен есть. О! Блять, а я? Я здесь, Юг, с тобой. Ну что, блядь? Уходи, выходи, выходи, не надо оттуда выйти, мне кажется. А БКБ... О, блядь. Блядь, это хуйня. Выходи, Тёмыч. Только погоди, пока не трать. Ты прям гашетку в пол въебёт, блядь. Они без СК сейчас. Блин, там, да. Там еще в эту. Your middle tower is under attack. I am under attack. Не надо, не надо тут, блядь. Игоряна, да? Установили, блядь. Этого гандона, блядь. Блядь, сейчас этого малыша добрать. Джаггер байбэкнул. Ну, тогда... Куда ты? Дорогой. Место есть? Меня догоняют там. Да ёбаный, это тиска. Есть помощь?
Там ДД, бля! У него это. Угу. Саня, ну куда? Я сюда. А. Выходим. Да блять! Сколько мрази! Потные ублюдки, сука! Так и не туда. Сука, ну Джаггер Люти я ебал, блять. Бля, у них все пять, у меня байбека нету. Your middle tower is under attack. Отрискаю. Блядь, там эта хуйня, он, блядь, с вардом. Надо задержать их как-то, кидай ремнанты, ну, восстанови Джаггера. Не байбэка? Байбэкси, байбэкси. Когда байбэкс? Они сейчас снесут все. Блядь. А это один. У нас еще РПшка есть. Попные гандоны. Ну чё, Игорь, доволен, блядь? Да он орал, блядь, давайте, там неинтересно, неинтересно, блядь. Да хуй сосать, блядь, охуенная тема. А куда этот челик ливнул-то? А не знаю. Тёмыч, может, он на одну хотел, или я хуй? Ой, блядь, этот Игорян, блядь. Да, блядь, вчера как-то против рекрутов было интереснее играть, чем... Блядь. Да надо... Артём, ты, блин, у тебя сборка неправильная, тебе надо собираться, мы, типа, ты должен решить. У нас либо керри фантомка, либо у нас семи керри все. Ты типа, ты фантомку надо было, все что нужно было, это фантомку здесь ставить. Керри. Вот видишь, ну Саня же здесь разъебывал, дэмэджа хватало, нужна была защита на него. Защиты вообще не так, было никакой. Подожди секунду. Да, алло. Купил бы глиммер, это вообще зарешало бы все. Ну давай, езжай, езжай. Да, да. Да ты заебал, Игорян, епту. Хули мне с этим глиммером делать, епту, блядь. Мы и так этого, блядь, Джаггера, епту. Вон пиздили, блядь, этого ногами, епту. СК и убить не могли, блядь. Я заебался прыгать там, шейкалы выдавать на него, епту. Один хуй контроля, всей хуйни не хватало, епту. Да здесь не контроля, мы фантомку убивает, все, мы вообще ничего не можем. У нас никто не вносит дэмэдж. Ни ты, ни Войд, ни я. Да, блядь, ну так глиммер бы это тут тоже бы дохуя что не решил. Почему решил бы? Это защита от косы, защита от магии. Там магию в основном убивали же, Саня. Да, и... хуй знает, не знаю, в целом, блядь, пик какой-то, блядь, ну просто пиздец такой, блядь, ты ебаная ебка. Ну, скользкий пик, да. Ну и плюс, ебка, блядь. Игорян, заходи в нормальный аккаунт, и будем фаниться. У меня нету больше аккаунта, блин. Да вон тебе, Саня тебе даст, ебка. Поменяйтесь, ты на его зайди, а Саня зайдет на Шука. Подождите. Так хоть, блядь, похуй с долбоебами, хотя бы весело, ебто, блядь. А тут, блядь, сидишь, ебто, и мать. Ёбаный пот, блядь, я аж ститьки вспотели от таких игр. Ёбто, и мать, Юлька, ну было бы чему потеть, ну ёбаный сыр, блядь. Так вот и я про то, ну понимаешь. Они даже поднабухли от возбуждения, блядь. Да, да. Блядь. Не, ну, в целом, конечно, блядь, такая себе игра, но, блядь, нихуя не для расслабона, а если честно, блядь. Блядь, это просто пиздец, ебать нахуй. Блядь, надо... Я вот сидел, уже думал, блядь, Манкин Бар, блядь, надо было что-ли варить, это, ну, это просто заебная хуйня. Просто пиздец этого Джаггера, ну, не пробить никак, блядь.
Да блин, не в джаке. Да хрен знает, я его убиваю спокойно, типа, но... Здесь в то, что контроль очень много было. Когда у меня просто получается, блядь, то, что летит касание края, этот, блин, Skies of Vice, в это время Джаггер еще пиздит со своим КБ. Типа, один на один, мне на него вообще там пофигу абсолютно. Бля, вот, ну, так, да, ну, бля, видишь, у них на самом деле тоже, с другой стороны, пик был, пиздец. Вот так, блядь, мне, допустим, куда-то в спину прыгнуть, блядь. Петуха я сразу, ну, петуха я хуй с ним, ладно, убью, но он особо такого какого-то вреда не наносит, блядь, надо убивать этого Феникса, блядь. Феникс постоянно где-то за три пизды держится, блядь. Так вот именно, вот именно, видишь, Тёма, ты как бы выбираешь, ты либо идешь в керри и башишь, убиваешь кого-то в соло, а ты как бы в керри вышел, никого не можешь убить, кроме бесполезного петуха. Значит, тебе нужно быть саппортом. Нет, ну почему? Я изначально, блядь, и даггер всю эту хуйню заваривает то, чтобы прыгнуть кого-то сразу зафокусить, и было можно минусовать чек-то, блядь. Ну, у тебя получалось минусовать кого-то в лейте? Ты же, блядь, не только... Сколько раз я, блядь, прыгал, ёпту, блядь, на ебальник, связывал их, ёпты, и ебашили. Ну, чисто у меня дэмэджа не хватало. Ну вот именно, вот потому что ты четверка, потому что у тебя не кор позиция, ты должен саппортить, дизейблить, сейвить. Да я не дизейблил, ёпту, на сейф у нас Юлька была. Ну, блядь, ну не хватало этого. А меня не убивали, думаешь? Мне что сделать надо? Как бы, Артём, если ты на четверке играешь, тебе нужно... Ты не должен быть жадным, ты должен саппортить, а не керрить. Я вообще не... А я что, где жадничал? Где ну вот, я имею в виду предмет, то, что собираешь. У тебя все предметы — это керри. Ты, получается, как будто с мида вышел. Да там скорее как тройки. Потому что там ты дамага через этот... через глипнир не вносишь... С аганимом ты тоже там никакого дамага не вносишь, троллами дамага не вносишь, БКБ на свой сейф, блин, чтобы можно было привязывать. И, видишь, сути, как бы... Мог просто МКБ криты купить, это было бы гораздо полезнее, чем липнир. Кстати, Артём катку слил. Все, все понятно. Не, я не говорю то, что... Ну просто, не, если ты собираешься в керри, то давай я тебе дам тогда тройку, играй на тройке. Постоянно, да. У тебя постоянно, Игорян, какие-то предъявы ко мне. Да просто ты все равно, ты как бы пикаешь четверку, но все равно играешь на керри, понимаешь? Ты всегда керри. Неважно, на ком ты играешь. Ты играешь на белке, пособираешься в керри. Потому что, блядь, если я соберусь как саппорт, то у пацанов не будет шанса, блядь. У каких пацанов? Своих или чужих? У чужих, конечно, блядь. Просто выебу и раздену, блядь. Мы когда в пати вообще играем, например, есть хороший керри, вот Саня, но он хорошо играет на фантомке. Ну и на других, ну кроме некоторых героев. И он может затащить, и можно на него рассчитывать, и поэтому можно ему саппортить. А если, например, ты играешь раз с рандомами, или керри слабый, то можно, конечно, на себя рассчитывать. Ну, я так думаю. Слушай, ну а я думаю, что на Саню все-таки рассчитывать не стоит. Не, ну Тём, когда я просто пытаюсь драться с Джаггером, в это время опять меня летит Хекс, меня летит коса, меня летит всякое непотребство, Юлька там, блин, в поте лица пытается выхукать, Игорь там лотусы кидает и так далее. Типа, как мне выжить в этом говне, когда, блин, просто, знаешь, как перетягивание каната, кто разъебет фантомку, блин, свои тиммейты или враги, блин? Так и ты хочешь сказать, я вообще стою, просто фотографирую, блядь. Да не, просто получается так, то что... Тут опять же как, основной дамаг идет только от меня здесь в этой игре. Артём, ты не думал то, что если, например, ты играешь за саппорта, значит, что ты вообще бесполезен? Ты можешь, например, купить шард, ветрами скидывать, например, подальше. Купить глиммер, сейвить Саню, купить этот лотус, тоже о, сейвить. Кстати, Артём, да, ветра на ней вообще это полная залупа. Да почему? Да, блядь, я... да просто залупа. Да ну, Артём, ты сыграй хотя бы за саппорта и поймешь все, что это решает игра. Это такая мерзость, шарт на ВР-ке же. Они, получается, это в стане стоят, можно сказать. Даже против нее играл сколько раз, попадал, блядь, ну... Самый, ну, один из самых бесполезней шарт только на потме, ебто, просто там. Ну, не знаю, я не согласен, я как на ВР-ке играю на суппорте на пятой позиции и шарты покупаю на 15 минуте, потому что это слишком имбово. Там драка растягивается, меня, они не, блядь, могут дойти до нее. Чтобы она там 2 секунды пукнула разок и все, блядь. Да, но прикол в том, что, смотри, там Джаггер наносит, например, как 5 тычек, предположим, чтобы меня убить. Он дает одну тычку, и в это время улетает в ебеня, потому что он в это время не двигается. Ему надо подойти еще раз, чтобы мне дать еще одну тычку. И получается, он дает всего 2. Это максимум. Так что, не знаю. Тут как бы такое. Да понял. Так вот я к чему, Артём. Ты если на тройке хочешь играть, играй на тройке, я посаппорчу.
Я виноват. Я виноват, да, я понял. Во всей хуйне, блядь, чисто из-за того, что мы сливаем, я виноват. Нет, мы это не говорим. Ты именно это сказал. Я говорю, как лучше, ну, типа, собираться тебе вот в данной ситуации вообще на четверке. Ну, типа, если ты так будешь собираться, это, ну, случайность то, что ты выиграл. По сути. Ну, ты мою шторм, ну, полезный, типа, да, но, блин. Тогда, если ты собрался кейк, значит, ты должен убивать кого-то точно. Так что, мне на жука заходить? Вы пригласите меня или нет? Заходи, заходи. А зачем тебе на жука заходить? И так низко пали. А ты говорил, сейчас у тебя еще... нет аккаунта. Ну я попросил. Блять, вот ты горят, но это не мой аккаунт. А слушай, Игорь, это уже это, можно сейчас выходить из аккаунта и оставлять сингуард. Ты знаешь об этом? А, да, не знал, а как? Смотри, там есть сейчас вкладка «Выйти из аккаунта и сменить аккаунт». Ты нажимаешь «Сменить аккаунт», и вот я сейчас на жука спокойно захожу, он даже об этом не знает. А, подожди, стой. Теперь это мой аккаунт, блядь. А, просто войти в другой аккаунт? Да-да-да-да. И у тебя там будет выбор всех аккаунтов, на которые ты можешь зайти потом. Не используя Стингуард. Не буду использовать, все равно буду играть на сверх двух аккаунтах. Чтобы не было, блядь, потом проблем. Ну я понял, хорошо. Сильный игрок на Артеме зайдет, да? Аграил. Артём, ты здесь? Артём? Я хочу сделать вывод. Артём? Ну, один Артём здесь. Не, мне нужен именно Джонни. Джонни роскошный. Артём? Артём, я знаю, что ты здесь. Он жрёт что-то. Вот я к чему. Если ты собираешься в керри, может, ты в керри тогда пойдешь, а мы тебя посупортим. На Урсе там, на Свене. Посупортим на Урсе, на Свене? Не, он будет в смысле играть. Салам алейкум, Артём. Здорово, сейчас вернусь. Ясно. Ну вот и познакомились. Так, а что там дальше претензики? Так хули, ёпта, блядь, Артём только зашёл. Артём только зашёл, и Горян уже зашло, его отчитывает, он, ёпта, в ахуе, блядь. В смысле, не тебе, я... Чё? Ну он не знает об этом, он, блядь, ты сидишь, блядь, Артём зашёл. Артём, так, слушай, блядь, такая хуйня, блядь. Не, я к тебе обращался. Слышь, Артём, блядь. Так вот, Артём, вывод. Может быть, ты на керри будешь играть? На тройке хотя бы? Нет, я тебе посопорчу. Я на такую хуйню пойти не могу. А я по поводу вот этого твоего билда вообще ничего не буду говорить. Если ты, конечно, шейкера не будешь собирать и линзу, тогда вообще отлично будет. Не, мы можем с Юлькой вообще в харду так-то пойти, а вы там развлекайтесь как хотите. Не, если Артём на керри пойдет, я посопорчу ему вообще без проблем. Блять, я не пойду. Тогда, блядь, собирай саппорты ему. Все. Я всегда собираю саппорты ему. Да нихуя! Тёма, добавь мне, я хочу посмотреть твои игры. Нет! Ну чё там, кого мы ждём, блядь, давайте. Давайте уже, разъебём кого-нибудь. Здорово, у вас есть пятый на одну катку? Ёб твою мать. Нет. Нас и так пятеро, ты чё? Да и там друг зашёл мой, он говорит, одна катка, он пойдёт тренить. Типа, я с ним сейчас одну катку сыграю, он потом уходит. Нет, так слушай, он может и в этой катке потренить, если он хочет. В смысле? Ну, он на тренера сядет, просто будет смотреть комментировать. Да нет. Не в смысле тренера. Ты сможешь сейчас, короче, пятого найти, не? Это вообще невозможно, бля. А нам кто пятого найдет?
Так ты ливнешь типа на следующий или сейчас ты ливнешь? Что я, блядь, не пойму, что ты хочешь. Да, на одну катку хочу ливнуть и потом вернуться. А ну хуя себе, Тёмыч, ты, блядь, пожилой еврей, хочешь нахуй сидеть? На двух стулах сразу усидеться. Ну, так не бывает. Короче, ребзи. Ребзи. Ребята, ребята. Сейчас, подождите, минутку. У меня в друзьях есть... Ты уходишь? Титан. А. У меня в друзьях есть Титан, у него ранг 1712. Брать? Хуй не дарахтел. Блядь, Игоряна тут просим, чтобы он с легенды слез, блядь, типа. Короче, если что, он может зайти пятый. Ну, не, нахуй. Мы тогда будем обычку играть. Тут другой Титан сейчас зайдет. Там топ 1200. Все, поехали, Тёмыч, пускай там чел один играет. Смотри, вход только один раз предлагаем. Ты остаешься? Юлька, если ты тащишь, Юлька скидывает нюцы. Это она пообещала, блядь. Да, только не вам, блядь. Только не вам она скидывает, блядь. Да нахуй ты это-то ему говоришь? Ну еб-то, блядь. Пиздец, ебать вы мошенник. Игру, блядь. Так, а у вас что по плану, собственно? Вы сейчас вот эту катку играете. Это зависит от того, выиграем мы или проиграем. Да, пойдут они смотреть, блядь, свой хентай или нет. Они же, как не, обычно. Я сегодня постримить хотела, поэтому. Хентай будет прям на стриме. У вас рейтинговый, это напрягаться надо, да? Ну так я ты же не... все вообще не терпишь поражения, Тимоч. Буквально сегодня пересматривал этот клип. А, нет, пизжу, нет, терпит он поражение, посмотрел, да. Ладно, сейчас, короче, вернусь. В Дискорд. Давай. Видишь, надо просто быть чуть-чуть понастойчивее. Есть такая хуйня, что человек сам не знает, чего хочет. Надо его просто подтолкнуть, блядь. Ты ей просто, как же, подтолкнуй в бездну. Ты его друга лишил? Друг ты его не лучший друг, не знаю, друг детства. Ну что, зато я его подруги не лишил. У него нет ее. Ну, бля, я про тебя, ебку. А я тут каким боком? Ну, бля, сейчас бы отказал бы, сказала бы, что все, больше ты мне не друг. Так, а он куда идет? Он в мид. Мидеры эти, блядь. Знаем мы мидеров всяких. Этих сильных, блядь, пацанов? Да, сильных, очень сильных. Все, я полностью... Красава, Тёмыч, вот это лютая хуйня. Кто забанил Пуджа, блин? Слушай, на самом деле я, Игорян, но я тебе в отместку. Сейчас за руини, короче. Я всегда либо Тинкера, либо Хускара хуя Виспа забанили, ебать. Бля, меня вынесло что-то из дотки. Кто Виспа забанил? О, нюкс, хуест. Ты чё, блядь, Тёма, пьяный? Какой нюкс? Я, блядь, буду такие, нахуй, эти, блядь, эти, карапасы, блядь, охуеешь. Саня, ты укусишь, что я к трем коням одновременно присосаться не смогу, блядь? Так ты главное, присосуйся. Я только к одному смогу, и не факт, что это будет не иллюзия. А, это вы там про хаос кнайте, да? Мы? Не, да нет, конечно. Какой хаос кнайте? Мы вообще не про это говорим. А вот мне интересно, вот каким образом здесь затесалась легенда, блядь? Кто здесь, блядь? Архон вон у нас, Юлька. Ты, кстати, тоже почти что герой. Бля, чё взять-то? Да бери чё-то. Да. Берите ему чем-нибудь разъебывать. Давай, покажи деда, блядь, деда покажи. Тебя сейчас зарандомит, быстрее пикай. Вот тоже нихуево. Бля, ебать, чую его. Царь Леонид. Вот он. Бля, я в ахуе. Откуда? Вот, бля, вот тоже пиздец. Ладно, хуй с ним, блядь, у нас два человека со смурфов сидят. Вот как такое могло подобраться? Чуваки, стражи против легенды, герои, блядь, я в ахуе. Ну, они, кстати, да, выше почему-то. Странно, реально. Смотрите, у них самый низкий это страж один. А у нас самый низкий страж два. У них два рекрута. А, рекруты там были? Геральт? А, ну, Геральт. там рекрут один. Путаю, да.
А у нас 3 рекрута. Три у нас рекрута. Если верить словам Игоряна, то он, у меня такой уровень, что тут его даже вдуть нет. Ну, такой высокий или такой низкий? Такой низкий, естественно, Игоряна. Артём, ебаш догон. Хотя доброго слова не даже. Догон ебаш, я посапорчу тебе вообще изи. Или мою шторм. Слышь? Керри. Я через БФ пойду. А, отлично. Ты бы лучше так стопал бы, когда у нас трон сносили бы. Кого я там стопал? И вообще, мне кажется, аганим на виндранерке, он какой-то бесполезный, разве нет? Да не, почему, нормас. Он же ничего не делает, не? Дамджи не вносит. И это виндран с невидимостью, да? Слышь, играли, ну, давненько с пацанами, я, блядь, обкуренный в говнину. Я что-то на подме 13 уровня бегаю, у меня еще ульт не в один раз не качает. Вот пацаны типа, блядь, а что Патма у нас ульт не качает? И я сижу, я говорю, она же не дымажит, я вот и не качаю. Логично, кстати. Как ни крути, дэмэдж все равно выигрывает. Оп, нихуя себе, вот этот подарок судьбы. Я же сказала, забери у них руну, блядь. Я понимаю, блядь, что я девочка, и меня в последнюю очередь надо слушать, ну хоть иногда, блядь, слушайте. Кто разговаривает? Так не. Не, так я и взял. Ой, блядь, я почему из чужого-то, блядь, Тёма. Всё, блядь, понятно. На, блядь, на. Что съебало Мурса? Чё съебало Мурса, блядь? Сука, блядь. А где его саппорт? А, он вот тут. Он печил всегда. Ты чё, я тут пушка и... Блимая, бля, охуел, что ли? Да. Ебашьте его, пацаны. А, блин. А, блин. Замучишь отвод? Да блять. Блять. Ему, оказывается, тоже больно. Выебывался. О, бля, передумал, видел? Что, будем расстрахивать его? Ну, давай, по-моему. Далеко. А что, давайте Бэйна подождем? Или что? О, блядь! Ёб, блядь, как ты мог от него сдохнуть? Да я домой за тапком пошел. Надо подождать, я думаю, нормально? Блин. А, мы не можем уже. Так, ну, так. Не, я... Ладно, ты не ответь, я их могу отконить. Сломай варп вот этот. Твой, а я не могу. Он же не на этом. Не в пике. Для Игоря на их. Ты крипингов ты будешь убивать, не? А, я хотя бы не буду фидить. Да я так и знал, что ты никакой поддержки. 2-1 стоим, блять, фидим Урсе, то есть ты фидишь. Да крипто, а ты ничего не делаешь. Ты, да, давай его трахнем, так, да, блять, я рядом. Гоу. Ну все, я теперь уже пошел за отводом, блядь.
Я, по крайней мере, тебе говорю, что... Потому что он сейчас опередит нас на уровень. Хватит, он меня сейчас опять догонит, блядь. И похуй нас замедло. У меня сейчас вот так вот будет. Я, если что, я уже мысленно в таверне. Надо было котла пикнуть тебе, чтобы у нас фундаменталы были. Слышишь, Тима? В смысле фундаменталы? Ну вот, Энигма, Висп и Хаос Найт, это же фундаменталы доты. Ёб твою мать. Может, элементалы, блядь? Не, фундаменталы вроде. Не-не-не, элементалы. Сам-то элементал, блядь. Элементаты. Ну, есть лор же у доты, и это, типа, как сказать... Я недавно с Виспом за Абаддона играл. Ебать, он бессмертный там. Точно. А Абаддон не фундаментал? Абаддон, ты не видел вчерашнюю связку Пудж-Висп? Там, блядь, у Пуджа было, блядь, 30 киллов, одна смерть. У меня там 40 ассистов. Бля, ну, кстати, на самом деле, мне кажется, мы его не убьем вообще при всех раскладах. Да почему? Изи убьем. Ты давай стан-то, когда я рядом. А не когда я за 2 километра. Он вообще никакой опасности, блядь, не представляет. Саша, не хочу умирать. А чё, кто тебя убил? А с чего ты должна убить там никого? Да снизу, угу. Блега в кустах. Ты просто не видишь. Она есть. Так поставь ветку, ё-моё, в чём проблема? Да, блядь, в смысле поставь ветку, если сейчас остановлюсь? Сейчас или остановится, поставить ветку, блин, и всё, и гг. Нет, ты прям вот, прям перед тобой встань, ветку поставь и стой на месте, она промажет стрелами. Да какие стрелы у меня с руки убить хочешь? А ну тем более тогда вообще изи. Она по-любому, никто не успевает эту ветку сломать. А у Виспа нету радиуса поворота, она сразу поставит за тобой. Во-во, тем более. Не хочу. Ты не хочешь? Просто под башню. Только ты через shift это делай и сразу отбегай. Через quick cast сделай это лучше. Где там находится? Ага, понял. Закрыть его не поставил, блядь, всё равно. Блядь, я тебя типнула, блядь. Спасибо, ладно, хуй там, да. Я не могу пока типать, почему надо. Блин, ну он не подключится сейчас. У уже и пуш, и висп есть. Ну, ты поставил выдох, блядь. Этого виспа. Тебе нравится висп? Да. И вот этого давай! Выдалом! Да крипов много! Реально, ну выигрываешь, блядь! Чё надо-то? А, вот, так у меня КД, КД, КД был. Не помню КД, блядь, я специально ещё посадил. Его же понервчил. Чё, мы будем брать? Смотри, ептон, ты здесь фармишь. Не-не-не. Поможешь мне? Это танго спокойно поймёт. Ну так там сейчас бейн юнит, игра не засчитается. А, бля, и Далоны вторые, я думал, первые. Так видишь, блин, ты как-то... Артём, то ты иногда агрессивничаешь, то ты вообще ничего, как же, пассивно играешь. Вот я хочу сейчас пассивно поиграть, я на Энигме играю. Ну так что, ты мне скажи, что мы пассивно играем. Всё, пассивно играем, ебаш его. Ну давай. Ну, в смысле, я не буду помогать, ты ебашь его, не умирай. Хорошо. Отлично. Только сейчас, я сейчас подойду... Ну, сейчас можешь... я подойду в ту сторону, дай в него станчик, чтобы я хотя бы ушел, не нафидел. Ты, в смысле, куда мне, направо идти, что ли? Я фарм потеряю. Да хуй ты с этим фармом, ёпту. Сейчас фарм Урса найдет, если сейчас не дашь стан, блядь. Блядь, ну это уже не мои проблемы, ты нажми, не знаю, вон, карапасы. Да это понятно, да еще рано карапас прожимать. Я сейчас просто в твою сторону побегу, подстань его тоже и все. Ну, беги, беги, иди, посмотрим, подстань я или нет. Да вообще можешь не потеть, вот. Все равно он не зайдет, я думаю. Так что. С таким пиком, типа Хаос Найт, Висп, Визи линии, это сразу автолуз. Чё? Хаос, автолуз? Ну, типа, во-первых, сложно им играть, нужно уметь играть на них. Ну, пальцы нужны, пианист. А ты же знаешь наших игроков. Да, где-то... Про у нас все тут криворуки, кроме меня. Не, я не про всех говорю. Я сам ты криворукий.
Да, да, да. Ты меня предыдущую игру обосрал, блядь, поэтому ты не говоришь. Я не говорю, я тебя не обсирал, блин, я просто тебе сказал, что типа какие там нужно было собирать и все. Я же тебе не говорю, типа, ну ты говнюк, типа, что, ну ты ну. Я же тебе такого не говорил. Я еще сижу угораю. Да он, блядь, ты бы знал, когда я тут, блядь, играли на шейкере, пиздец. Ну, а, кстати, блядь, наконец-то у меня почему-то перестало, кстати, прикинь, лагать. А вот на шейкере, блядь, вот там надо было в керри собираться, а не в саппорта. Там я дал тебе, блядь, карт-бланши. На Рубике, на Рубик это всегда саппорт. Даже и медион саппорт. А ты серьезно сегодня стримить будешь, Иль? Да, а что? Вечером или во сколько? Да. Окей. Да меня заставляют. Ну. Кто, Тёма? Мама. Мама твоя заставляет тебя стримить? Нифига. Ну, ей скучно. Ого, фига вам подпишу. Все, потеем, потеем. Окей, все, играем. Ладно. Забудьте все слова, изи линия. Все нормально, вы хорошо играете. Спасибо, мы вкусно. Я же шутя любя, вы че? Я, конечно, так не думаю. А, Артём, ну сейчас-то мне нужна помощь, здесь Бэйн пришел. Давай, давай, давай. Пассивно все равно играешь, не атакуешь еще. Сейчас мне стики прилетают. Пивень куда-то. Ну что, серьезно, двух аккаунтов играет? Бэйн. А что ты мне два крипа? Я не могу одновременно несколько крипов ударять. Бля, что раз этот крипов распулить там, блин, дела? Вот ты что хочешь, молодой человек? О, я медас соберу. Почему бы нет? А я не знаю, смотрите, вон где мой саппорт. Ты же пассивно играешь, Игоря, но ты опять начинаешь. Так я-то пассивно играю, но видишь, меня ебашит. А как у него шестой уже, чё, блин? Я тоже не понял, Игоря, как это у него шестой. Хилка прокачалась. Морф тоже проебался чуть-чуть. Главное, там не скриптони Христа ради. И поможешь мне, Игорян? А, найду, иду, иду. Ты че, сука? Видишь, как за тебя вступаюсь, и мои братаны? Да еб твою мать, блядь. Иди на базу, что, блядь, как? Не фарми. Они спалили меня, в смысле, иди на базу, я тут, блядь, чипачали опыта, блядь. У меня вон тангусов тут хуй гора, блядь. Блядь, сука, спалили сразу же в арт-пидоры ебаные, блядь, надо так подойти к ним. Ты догон будешь собирать, не?
Я через метеор хаммер и догон, да. Или думаешь сразу в догон упороться? Да метеор? Я думаю догон, чтобы сразу, ну типа фарм шоу стилить как бы у этих блин, героев. Не, на полном серьезе, я не похуй, я знаю. Не, метеор, метеор, конечно. Все было бы хорошо. Да нафиг тебе догон и ешь. Пиздец. Че, дашь поспать хоть немножко? Стянула ебало. Да еб твою мать, своим говном, блядь, типа. Ты так, блядь, героев вступил, блядь. Смотри. Your middle tower is under attack. Духание. Reality, I stop you. Можно Бэйна попробовать. Либо, наверное, вот Урсу все-таки. Ну хотя он эффект себя снимет. Хотя у меня Black Hole есть, можно попробовать Урсу убить. Посмотри, Бэйн. О! Хорошо. Не будем? Не-не, у меня Эдагон уже закончился. Понял. Я не понимаю, блин, из дальников нельзя превращать, что ли, а этих челиков своих? По-моему, уровень нужен побольше. У меня вроде почти что максимальный. Смотри, очень здесь типа. А чё, попробуй, чё, чё, вот это есть? Ну, вулька нет. Да, ну это плохо. А, блядь! Здесь он же вижен поставил, ты бы напидрила, блядь. А Блэк Холл где? Блядь! Пиздец, ты даёшь. Ого, он чуть не отлетел, блин. Нафиг ты меня батишь на Блэк Холл, блин. О, найс, блинк. Топ 100 блинков. Потому что остальное. Я после таких. У когда мой напарник. Ой, не напарник. Противник такой на квапе делал такой блинк, я, блядь, обкуренный чуть со смеху не умер нахуй. Бля, ебать, где он эти уровни получает, еб твою мать, блядь? Галян, фидиш эталонами, что ли? Через блэкхолка заберем его, не? Да, блядь, просто стан, да, и мы его так заберем, не хочу тратить. Ну, блядь, он же падает. Так, пойди немножко. Что, он проебал. Помоги! Помогаю. Блядь, Тёма, почему ты убегаешь, а? Я вот не понимаю этого. В смысле, блядь, куда я убегаю-то? А чё, я буду стоять типа и получать по ебальнику, что ли? Ну так подойди, блин, раздели дэмэдж с ульты этого, Скай. Я и подошёл, я ж подошёл к тебе и разделил его, ёпта. Разве? Конечно, с карапасами, и этот путь там застанился, как, ёпта. Просто тебя то дальше-то и потом, когда Урса вышел из стана, ты пиздишь с руки, у тебя же хп дофига вообще. Что, кого? Валим, валим, валим. А вам амчики делают? А, там Бэйн 5 уровня, так-то. А чё, стан не хочешь? Да, хочу. Очень нет. Хочу, блин. Поле там. Чё, жук ушел, да? Ладно. Обиделся. Чё шли? Да. Подходите. Как морфа обоссали? Ну да, там поставил. Водичка там достаточно просто. Выпускаешь струю, она уже желтая. Палец окунулся.
Ты так делаешь, я не понимаю. В смысле? Да у тебя там тычка такая, блин, просто 69. У меня 180 получается. Подавил этим, под третьим скиллом. Это там и у тебя тоже? Скорость атаки получается. Да не. Не знаю, магия, бля. Горян. Тёмыч. 9 пошлой тычки получается. Пошлой тычки. Прыгнешь? Идём на ревок? Да, да, да. Ой, блядь! Я тебя оставлю. Блядь, мои братаны сдохли. Без меня. Конечно, все хорошо, но мид-то я проебал. Почему? Ну, вышки нету. Дай похуй. Слава, ты сколько у нас горян, мид проебал. Спасибо. Потом разъебал все. Чё спишь-то, блядь, вставай? До того, как ты забрал фраг, ты этого не говорил, блядь. В смысле, забрал фраг, я его убил уже. А, мне типа надо было с тебя снять сон, что ли, ты про это? Да, блядь, тогда я просто... Чё ты много ты просишь, а? У нас ресурсов в лесах. Ну, конечно, лучше это делать. Иду с блэкхолом на мид. Добивай, добивай, добивай. Хорош. Вот это вот молодец. Помоги, помоги, помоги. А, что-нибудь есть скиллы, не знаю. Ну да, Black Hole, да. Ну да, Black Hole, типа. Просто один скилл дал, блять, просто и смотрит, блять. Это наша тройка. Да не, мусорный, зачем мне его давать? Я даю только в достойных. Ты трон собираешься, блин? Тиммейтов. В смысле трон? Я говорю в достойных, или? Я где-то там в достойных. О! Эй, погнали эту урсу, так? А меня возьмите. Где она? А, релокейт видно, что ли, на карте? Или... Да, видно его, алло. Но я же не прям на этот... Ну, видно, показывается, но... неважно, там хоть что будет. Крипы только могут подсветить. Нет, там и так видно. Если нет. Ты в темноте. В смысле нет? Там показывается или? Видят. Да не видят они. Гоу, Тёма! О, блядь! Ничего, без нас не могут просто. Я промахнулся и стану, так убили бы. Ну ладно, пофиг. Главное, что ты, Тёма, не промахнулся. Войдите. О чем будем, как команда играть, не знаю.
Когда в прошлой игре, блядь, там Т1 ломали, ты этого вопроса не задавал, сука. Блять, у нас там хп было, ты посмотрел бы хотя бы немножко, и ты все равно сдох там, я так понимаю. Ну так понятное дело. Вот посмотрел бы, сколько у нас хп было. Маны. Я думаю, мы так нахал. Ну, блядь. Чё, хаос не убили? Опа. Ихим. Radiant structures are fortified. Your bottom tower is under attack. Он не прыгнул. Да, блин. Это чё, блядь, за хуйта? Оставь. Плётку надо тебе? Юля. Че, мы брейс не подобрали? Там подыми. А вот он, вот он. Я на пойду подберу. Ничего себе. Его сейчас морг возьмет. А, он взял! Ну это я не знаю кто. Кажется, я что ли. А, на плетку. Почему, блин, Black Hole так долго кдэшится? Нечестно. Давай еще раз так. Погнали. А, нет. Ой, блядь. Black Hole, блядь! А будет фильм? На, блин. Рапага вот внизу. Это, в верх лесу, Саня. Понял, понял. А. Привет. Я тебя оставлю. Есть хилка что-нибудь? Съебали эти, блядь. Работает профессионал. Висп можешь отхилить? О? Давай, можешь забрать. Ты чё, в руки я даёшь камень этот? Да я бы отдал бы, в смысле? Да. Там внизу он, пассажир. В смысле отдал? Ну я бы... Будет плюс, я просто его один убиваю. Ты его по итогам забрал бы, да? Ну да.
чтобы потом отдать. Через минут 30. О, чё это с ним? Бля, чё морф так хуёво играет? Он же там... 24-й, бля. Потому что он кто? Моча. Легенда один. А, он ещё и легенда. Ты, ты чё, реально догон собираешь, Тёма? Пиздец ты, конечно. А чё, башня не станется, не? Не. Она и дэмэдж не отражает, то есть тычка всё равно проходит. Рошана надо, вам нет? Да гоу с пушем, если убьют, так убьют, пофиг. Значит, слабо играем. Опа, здесь вижен. Welcome back. Это сука. Ой, блядь! Я забыл отменить всем. Ой-ой-ой-ой. А, БХ КД. Какой боевок у него? Почему иногда у него ульта не показывается? Он там скриптингом развлекается. Будешь его? Походу переиграл наш. Улучшенный, улучшенный, блять, это. Да хаос найт танкуй, ёптать. Танкур, а блоков будет, блядь? Нет, не будет. Жалко мне его давать. Блядь, пошел. Блядь, что-то какой-то у меня импел, ты коротковатый, не дотянулся, блядь. Че, Юлия, твоего кейга убили сразу, приставился к другому? Кейга, ладно. Угу. Да, спасибо, Альбертович, там тоже не грусти. Там на следующее нужно будет пятый. А то грудь не будет расти. Алло. Артём, ты ливаешь после следующей? Нет, нет, уже нет. Все, он же. Он же занял своего дружка, я останусь играть дальше. Ладно, давайте играть. Да нет, я там не играю. Давай, давай, давай. Чё, пошли?
смысле, поиграть? Насладиться игрой. Я уже насладилась, спасибо. Ну, с этой все понятно, мы как обычно мы софт тащили. А мы так, три, да? Три прицепа, блять. Мы три зрителя. Да. И комментатор еще к тому же, блять, по совместительству. Видите, Артём ну, просто не собрался в мою шторму, вот и выиграли. Хуя, амбициозно, блин. Что-то я рановато, да, немножко? БКБ, блэкхол, блядь! Конечно, не ожидал. Сори. Ай-яй. По идее, у него вроде ничего не должно быть. Мне нравится помощь. А, ну сори, сори. Сейчас дам нормальный блэкхол. Хватит рофлить, да? Черт. Найс, сыграйте, парни. Блин. Думала, мы тут, блядь, играем, а мы рофлим. Рофлеры, блядь, да? Ну, как это Игорь играет. А мы же абузы. Ну, поэтому ты и абуза, блядь. Ну только да, дайте сыграть тогда, как обузы. Блин, сука, у них вижу в строке, блин. Тут два кента. Я лечу. Окей, иду. Хуя, с тебя карты болит. Там взяли. Да сука. Ну блять. Ё-моё. Игорян добрал. Да нормально, да. Хорошо. Ну пага? Чё чаще? Вот за какие-то. Нет, не получится рампать. Блять, что-то кусай башни. А Black Hole был? Да был, блин, такое. Да, тут Игорян вообще такие лютые раздает, ебнешься, блядь. Игорян, я сфоткал, блядь, был охуенный Black Hole. Да, спасибо, блядь, Артём, за поддержку. Кидай фотку в Дискорд. Да меня просто фокусят всем пофиг. Никто не сбил ульту Бэйна. Полное действие простоял. Спасибо. Чё, я собью? Я хотела у тебя глиммер кинуть. Да я не тебе. К вам претензий нет, Вильям. Ладно. Хотя так-то вы могли бы меня на ульте увезти, ну ладно. Не успела бы. У меня бэха нету. Да, блядь, вы можете сделать?
ебаный рот, блядь. Он меня, блядь! А что, можем бить его? Ну так убей. Давай по двоим. Блядь! Эй, дал он их контроль? Сука. Да, да, сука. Блять! Только откдешился, карапаси, блять. А чё, Саня, опять сдох? Ну так меня ушло все это время бьет. Почему? Что я мне сделал? Тут БКБшка. Сейчас я ему стан пропишу, сейчас Юля, сейчас. Почему я ульт прожала, и он не ТП-шнул у меня с Никсон? Сам он сбивается, ульта? Да, сам сбивается. Там и стан он сбивается. Да. О, блять! Ну да, мы же что-то. Меня с другой стороны. Ну не блокол, блядь! Думаешь, там главное на чили, на расслабоне. Блядь, тебя на еле отходим, у меня вообще там уже нет. Ну, спасибо за сейвы, сейвы хорошие были. На, вот эту. Берите там. Там меч на отхил есть. Какую последнюю сторону донесем по курсу? Гоу. Блин, мне только надо, чтобы это... Чтобы законтролировать Бэйна. На, блядь. Засал канализацию. Опа, ульт ебал. Снесли им две стороны, еще позже, блядь, нам... Да, да. Выхол бы по-хорошему в этого давай. В кого? Бурсу. Угу. То есть я виноват, да? А, не знаю, там, а кто ему что делает? Здорово, ребят. Ты посмотри на его айтема. Здорово. Твоими молитвами. Нет, тут больше... Твои нету, получается, когда мы играем. А это что? О, я сломал парня и девчонки. Что, может, Рошана и закончим? Я там того все сломал, не понимаю. Горяда работает, метеор, ёпта! И догон работает, но хотя не, он плохо сработал. Не состелил. Твою целью было не состелить, а чисто сами фраги заработают.
Легкий. Да мы можем с Рошаном, можем без Рошана, разницы нет. Хотя иллюзии сзади останется. Да, раньше не вышло. На, блядь. Петух, блядь. Эх, сатаник, да. А, у него Аега, блядь. Укса Аега. Блядь, разбудите меня. Зацепляйся ко мне. О, блядь, за эту хуйню. У тебя санечка нет? У меня КД это вся хуйня. Да просто трон подойди, ударь, блядь, да? Припыли. Артём, метеор в трон! Метеор! Ты не доби! А, найс, хорошо. Ты потолок тащил, блядь, этот один на один с ёбаным троном, блядь. Бля, ебать там Урса, конечно, блядь, старался до дерьмо вытечить, как могла, блядь. Да они что-то, блин, с морфом поменялись местами. Там 27-й эти Урсы, походу, блядь, скорее. Алло. Ну, так я, ты, блядь, позвонил бы мне еще, когда ты из дома выезжаешь. Будешь у дома, набери 42-ю хату и все. Да, давай. Твою мать, блядь, как Константин, блядь. За что вы меня типаете? Типаете? Тебя за отвратительные блэкхолы, блядь. Когда надо гопаты кидать? Когда человек получил лайк за отвратительную игру. Говорят, не видел такого? Я думаю, никто из вас не достоин коммента в этой игре. Ну ладно, Висп. А я? Не, Висп. А я? Висп хороший, он хорошо сыграл. С тобой, блядь, на линии стоять, это просто нервы. Нервы трепать все. Ну, да. Так этот какого, ты мне сам сказал, блядь, все играем пассивно, вот и играли пассивно, ёпта. Ебать там Саня нащелкал героев ебанисно. Так, ну чё, идем дальше? Чё, Тём, пошли так. Фильм смотреть, да? Go. Так, слышь, это как, погоди секунду. А Ислам, ты будешь, не? Я? Yeah. Твое место oh. есть? Да, уже, блядь, нет, считай. Все уже, ты чё собралась куда? Да, блядь, мне тут сейчас товарищ приедет, надо разрулить будет однодельцы. Мы успеем быренько. Five seconds remaining. Ни тебе, ни мне. Я его не успел даже пикнуть. Его забанили. Ten seconds remaining. Блять, ну конь был неплох. Ну, тоже ничего. Five seconds remaining. Ну, рано, тогда я точно беру вес. Да, мне кажется, фразу, которую сейчас Юля сказала, так сказал наш глава, когда у меня коня спиздили, мы. Он был неплох, мы. 10 секунд remaining. 5 секунд remaining. Блин, ты можешь пикнешь или чё? В смысле? Ну, уступить тройке? Ну да. А чё на крысичах так? Уступить тройке, а чё такого?
ебать. Не, бы тут мало советуют. Ясно. Опять мне тизеры будешь рвать. Ну. Ну а что поделать? Жизнь такая. Блять, Артём. Кому что? А что, он что-то в чат пишет? Он написал, главное не уздечку. А, ну тут, блядь, полностью согласен. Я пока минут на 15-20, ну, здесь буду периодически что-то пиздеть. Сейчас, товарищ, пиздец. Да, все, пока, все, пока. Алло, блядь. Да, Нивейм все равно ничего не делает на линии. Какая разница, что есть, что нету. Игоря, нахуй ты про себя-то рассказываешь всем? D, Q, R, F. Пусть будет F-ка. Пусть будет Q-шка. Трип-трап! Че, Игоря, ты попробуешь там забрать эту? Я стрелу кучу 5 секунд. Артём, ты главное ебашь их просто с руки, ебашь, и мы вообще изи выиграем линию. Против этой помойной дровки вообще легко. Я постоянно ебашу всех с руки. Нет, ты ебашь именно керри, а на саппорт вообще пофиг. Тем более там сейчас огр будет. Меня, блядь, ёб твою мать. Ну, блин, ну это уже как бы танго, я еще не знаю. Ой, блин, я забыл закрепиться. Да я нихуя не помню, блядь. Я как играю, блядь, тройки, ты постоянно там что-то какой-то РНДУ у тебя, блядь, с саппортом не тут, а тут видите. Огр на лиду? Хуя себе. Такого даже я не ожидала. Может, еще трактав как-нибудь? Трактав как-нибудь было бы неплохо. Нифига, нифига, там тебя лич размял. Нормально так. Ё-моё, она достала. Тут Андрюсик не достанет. Короткий слишком. Короткие дротики, это клёво. Маленький сникерс, да. Короткий дротик никогда. О, сейчас бы хабы, через кошелек. Он инвиз, да? Trap.
prepare for repair. Closing in. Denied. Wretched of the trap. I'm well oiled. Да не. Вот тут меня еще будет хотеть. Попробуй, попади в него, можем бить. Сейчас все будет. Mash your gears. A fine adjustment. А, у него сейчас уже это, нет? Сюрикен. Надо забочить, спад здесь. Спад. Ебанутый что ли? Куда ты нахуй бежишь за мной? О, хорош! Не зря стопа у меня. Тут будет опять не хочу заниматься. Раскачено. Under attack. I run like a clock. Dead giveaway. Your middle tower is under attack. Your middle tower is under attack. I'm under attack. Блин. Плюс-минус. Хорош, Тим. Это ты хорошо сделал, потому что не кинул меня. Фирка все замечательно делает. Кто я видел эти мовы? Мяу-мяу,
Your middle tower is under attack. Rattle and roll. Your middle tower is under attack. A fine adjustment. Your middle tower is under attack. Please hear. Closing in. Your middle tower is under attack. Игорян, хилка есть, подожди. Armor power. Your middle tower is under attack. Огар ушел с мида. А, не, показалось. Игоря, на меня хеды стылы. Your middle tower has fallen. Radiant's carrier has been killed. A trick boom! There is somebody cozy in here, isn't it? Yeah. The turret. Блять. Там, блять, осторожно, там огур, блять. Да, блин. Пиздец. А у тебя маны на покуху не было, что ли? Да, 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 я, короче, не рассчитал. Мне надо было это куги не надо пиздец, было ставить. Пиздец, блять, я думал, блять, а где. Ну, вот здесь все болты как-то. Мне кажется, кто-то воспалился. Ааа, блять! Просто вперед идти. Блин, у клыка так мало маны, оказывается. Еще раз можно пробовать битье. Так, сейчас подожди, у меня КД так выстрелило. Ой, блядь, пиздец, я тут, сука. Ой, уходи, 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 да хуя их тут. Бля, у нее ебать царевна. Ебать. Там горят личи, сэс. Ну там все ёбать. Слышали? Блин, там под башней такой себе его бьёт, конечно. Надо его немножко подамажить, хрен на похуй. По. Харде похуй, как обычно у нас. Блин. Смотри, БХ идёт. Я под треком. Отходи. Ну, все равно можно убить ее, даже так. Го? Кстати, она под грибами стоит. Огар на низ идет. Пакет есть? Блядь! О, как они заебали, блядь, это ё, блядь, все кто. А есть ульт? Здесь. Ульта не, ульта не, ульта не. Your middle tower is under attack. Я лечу. Давай на базу. Где-то там с инвизом бегает. О, Юрка, сломай сейчас тизер, на секунду. Ебать, тут еще и огр, блять. Да вы ебнутые, что ли, блядь?
Ну слушай, пиздец, ебать у нас 4 человека народу, блядь. Бля. А, блядь, ебать. Да тут, блядь, огр и... Бля. А, это как это получилось? Горелка. О, там дружки 9 уровень тут. Блять, ебаная мать. Ебаная педрила, блять. Boom, there it goes. Spring forward. Your middle tower is under attack. У нас тут в лесу ходят какие-то непонятные черти. Так, у меня ТП есть. В принципе. Хули вам надо от меня, доебались, блядь. Тут Марс. Ну он там вроде как не один был. Нет, не будет. Your middle tower is under attack. Yes. Spring my trap. Your middle tower is under attack. Mm-hmm. Your middle tower is under attack. Трек подливает. Стой, лич еще идет, слушай, ну его нахуй. The turtle wins the race. Нет, достал. Может, Марс опасный, да? Your middle tower is under attack. Boom, there it goes. Grinding gears. Your middle tower is under attack. Over me. Могу закрыть его. Ещё один. Телек. Ну, кидаешь стрел? Кидаю. У меня на КД была, блядь, немного, если я... Как и падал? Не, в него попал. Нет, до этого вообще на КД было. А, так да, да, я хрипа заезжал. Okay. Чуть только подрались, и бы я его не скинул. И на весь Тёма еще не дал. Бля, там что-то опять какая-то ебля пас, происходит. Пас. Ёпта мать, Тёма, что у него? А что у противника вот тауэр-то, блядь, не покоцанный, блядь? Да, он что-то со своей горелкой. Что-то там охуел, да, блядь, со своей горелкой? Да, да, блядь, на угол какой-то. Бля, он лотер собрал. Кто? Огр? Да. Здесь БХ. Вот, он залетел. О!
блядь, в разные стороны. А, помогите! Бля, этот хуй с лотаром тут, бля, еще у него и этот, и это иллюзия, если чё. Здесь синдрак. Огр с лотаром, это очень интересно. Сейчас бы против зеса лотар собрать. Да он сильвер хочет сделать. Интересно. А моя игра. Не будет. Тём. Помоги команде. Тёмочек. Ну капелька. Ну четвёрочка. Ну Тём. Ну, пожалуйста. Ну помоги мне на этой команде. Ну там, блядь, ебут по всем лайм. Так а меня чё не ебут, я пошёл здесь отпушить. Ой, можно забыть. Тебя не ебут, тебя не ебёт, блядь. Вот это по факту вообще. Я не виноват, что вы не справляетесь. Кстати, Огр с какой-то активной руной, скорее всего, к вам пошел. О, нифига. Освежает, освежает. Спасибо. Нашел Огра, ребят. Помощь будет? Ебил. Все, ебу. Просто страхую люто, блядь. Так, у меня через 10 секунд, да. Блин, ебать нахуй, он просто одно горелка соебатил, у меня все хп, это что за горелка такая, блядь, просто. Да-да-да, я говорю, у него горелка какая-то прям дичайшая. Ооо, Игорь, иди сюда. А, он вниз пошел. Да, мы в атаке. Ооо. Мне кажется, нам это, пайпа нужна. Пайпа? Я сидел. Хуй как больно. Я, короче, домой полетел, я знаю эту горелку, но ее нахуй. Да-да-да. А, меня сейчас будет. Меня. Если как-то сможете кто-то, пожалуйста. Ай-яй-яй, не успел, блин. Блин, пап, не нашел. Смотри! Ну, давай! Знаете, тварь ёбаная, блядь. Горелка, блядь. И сюда еще один крыса, блядь. Ух, блядь! Зло, они так сорочили, блядь. У тю-тю, блядь. Я, блядь, смотри, он нахуй. Давай. На. Знаешь, тёплый туда, блядь, я с этим пидором, блядь. Блядь. Игорян, ты видел этот на противоходе, как, блядь, сосунка поймал, блядь? Как ребеночка, блядь, это. Ага, конечно, блядь. Го, мы собьем. Изи. Его обратка, если что. Да, есть. Ебать! Хуя там Нео сидит, походу, не знаю. Не меньше, блядь. Оп. Yes. Ч,
Игорян, тебе все еще, блядь, слабые, да, противники? Хуйня, ни о чем. Чисто фанимся, блядь. Да, я не вижу ничего в них особенного кого-то. Просто как пидоры, блядь, четвером играют, да? Блядь, ёб твою мать, у меня эта хуйня... Я хуй знаю, что еще одного! Бля, ебать, там у Сани какие-то прогрессивные завары через, бля, тем, кто вангвард, ой, не вангвард, это армлет. Да гон, пизды ты мне. Какой пизды, блядь? Ну, шлюха, блядь. Контроль дохуя и больше. Ебать, нахуй все. Ты заявка, блядь. Ты можешь себе лучше это возьмешь, вон. Здесь все. А, тринкер? Уж лук вообще. Чеснок. А, блядь. Короче, Игорян, ты как хочешь, я завалил, блядь, лопус. Ты на команду, блядь. Ты на команду? Прикинь, хуйня, блядь. Ну тут лотус очень хорош. Сам подходящий предмет. А лучше его не найдешь. Ну, а что, плохо, найс что заварил, как говорится. Прыгай меня, блядь! Да какой, я в сале стою, Тём. Ты можешь стрелу удать, блядь. Это другие силы есть. Просто стоит, блядь. Кружится станция. Засранец. О, блядь, смотри, блядь, БХ подсвечивается, заебись. А, интерес... а если его убить, бабки тоже с бонусом пойдут там? Да. Не, я туда не пойду, там у него, блядь, группа поддержки по-любому, конечно, блядь. Там, смотри, эта хуйня манкинбар варит, слышишь, Таня? Кто, дровка? Угу. Ну, потому что она тупая, блядь, она и так меня пробивает без МКБ. Так. Можно Санката его убить, Зевс. О, yes. А, ну ладно, окей. Так, Елька. Подходи. Ну, так, они где-то здесь. А Достаю есть у нас Ноугра? Нет, у меня Достаю есть. Я могу на него блинкануться, но а потом его не увижу. Сейчас ко мне придут тоже. О, дровку можно. Ну и кого дровку. Блин, какая же там боль, я ебал. Хуя не помогает. Не, давай выйдем. Там лотос, ой, лотос, 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 лотос. Хорош. Парк, я отползу. А, сейчас. Где был? Да все. Не напрягайся, Тёмыч, все нормально. Блять, да сука, ебаные крипы, блять.
Вардик. А что-то он на кого-то кинул? Фрэк. Так, сюда Огра может прибежать. Нет, без вардов. Блять. Томыч, ты хоть скажи, что ты под этой хуйней ты ползаешь, еб твою мать, блядь. Кура. Что, выйдем? Что-то куда-то далеко посыпано, блядь. А на тавер тогда это добрать, да и все. Добро. Я возьму, у меня бутылка. О, Огр, смотри, здесь возьмем? Сигарян. Че там? Ну, давай. Где он? Не вижу. А там, он там вон, зашел. Вон там, можно здесь подраться. Блять, Саня опять. О, нашел. Томыч. Да ебани стрелу у него. Ой, хороший. Снайперская. Я других этот не пускаю, Игоряна, если что. Блять, Саня там вообще, по-моему, на кропалях выживал, блять, да? Либо в фантомку ТПЦ, либо в таверну. А? Ой, блин, мне либо в дровку было надо туда ТПЦ, либо в таверну. Тут одна из двух. А, блядь, дровка выжилась. Да. Я предлагаю, давай я, может, сайт Ивая заварю для контроля, не? Да ты можешь инициировать так-то, если его лосверишь кем-нибудь. Пришел, да, инициировать те, кто это, блин, сколько надо, блять, те, кто хп-то, блять. В смысле? Ты просто ешку нажимаешь, нажимаешь его ла, отходишь назад, кидаешь стрелу, все, инициация закончилась. Ага, пиздец, блять. Ну только мне надо будет Тараску, БКБ сварить, да, блять? Да нет. Видишь, о, это... слушай, этот хуй где-то под нами. А, есть. Нахуй, все, выходи, выходи, не, выйди, Тёмыч. О, Юля, а возьмешь меня это? С собой? Вот на руне встретимся. А, они въебали тут два ульта, блядь, их кто? Пиздец, ебать, дров конника. Блядь, Саня, скоро дровка будет делать мега больно, блядь. Да меня, блядь, Огр ебет уже. Секунду не хватило, блядь.
Your top tower is under attack. I'm still under warranty. Has fallen. Rock it on. My gears turn. Mm-hmm. Closing in. Coming in. Это есть такое. Они нырят, что ли? Пойдем? У меня 15 секунд до БКБ. Пошли, попробуем. Там варбик был вот тут. Может, низом пока? А. Сдохка сдохла, она здесь, а Ега здесь. Блять. Артём, не уходи, стой. Can this be? Я под треком. Подожму. Я тоже под треком. Ооо. Какой хил-то? Смотри, смотри, идет. А ты... Давай, я подсвечу. Да, а чем? Достык купи. Там лич внизу, может на него тэпнемся, слушай? Давай. Я готов. Я себе. Блять, Сань, что за крипы такие страшные, блять? Сам нахуй. Вот, смотри, молодой человек там. Опа, здесь. Огр и этот. Огр и Маркс. А, их трое там. Там Огр в инвизии есть, Сандер? Да. Тут светил бал там? Да, я был там. Блять, я забыл, кто нас не проигрывает на... А чё, запушена? Сторона, будем играть? Да, он там сейчас на Элизию согреется. Что-то не хотел. О, посмотри, там летят! Да. Надо без БКБшки сейчас. Хотя... Будем пробовать? Да надо. Тут у нас там крипы спушили еще товарку. Ясно, блять, дайте, сука. Спасибо, Саш, спасибо, я оценю это.
Я, блядь, запишу этот момент. Я не злопамятный, я запишу. Да. Вот так же с собой, Тома? Может, да, здесь? А, сейчас. О, кстати, что мы не забрали-то? Убираем ничего. It's not time yet. Let thy healing begin. I'm well oiled. Incoming! Так, а тут и Гриха где-то. And it's off, Bulza. The turtle wins the race. Так в Bounty Hunter попал, да? А есть центр, а под ноги? Поставьте. Да. Сюда, сюда или куда? Shadows take us. Еще вот сюда можно поставить сюда. Да. Блин. И этого догнать. Он же с блинком там. Нас одного тут будет. Ну подпушите тогда. Немножко догоним. Артём, пошли вон. Кент на лище. По-моему, он тебя видел. Угу. Не так он. Подожди, подожди, подожди. Вот тут летит. Прокса, прокса летит. А, у нас здесь аванпоста нету. Я кастую. А я что-то ТП-шку взял. Блин, поеду, может, зайдем. Сейчас как-то подойдут. Как он ждать? Юля, можешь отхилить, а? Ману. Подойди этот, как Артём. О, нифига на фул хп. Спасибо. Это нам залетели дровку, если что? Да-да. Radiant
меня вот и нет уже сын. Что-то идем или дальше? Ну давайте последний барак допушим. Единственное только там синтерчик у нас есть, по-моему, по деньги. Не гем, не гем. А, хорошо. В принципе, на рожь попытаться мы зайдем. А тебе не нужно? Ну, если никому не надо, я могу сказать. У меня вампирик магический был. И отдать? Да не, мне не особо надо. Мы что, сюда идем? А развлекаться? У меня ракеты раскрывают невидимость, если что. Возьмешь себе этот? А ты уже взял, да? Окей, окей, все. Вот не манькова. Лучше потом на тизере присоседишь. А у этого у Марса уже откадешилось или то? Да, у него там фигня вообще с минут всего лишь когда. Получилось. А там получается один Марс озонил сразу четырех? Да. Точнее, три. Прыгнул туда, к ним надо было ждать, пока они у нас прыгнут. Ну, там могло получиться еще хуже. Куда еще хуже, блять? Мы так все мертвы. Там надо было как довка байбек у нас, надо было сразу отходить. Еще на ОКГ БКБ было, блин. Your bottom tower is under attack. You will not stop us that easily. Your middle tower is under attack. Middle tower has fallen. Dire structures are fortified. Your bottom tower is under attack. Что я все перепутал? Гоу, дровку, Тёма.
Сейчас, подожди, Зевс возродится. Артём, тут болты покидай. А если я кидаю алебарду на дровку, она же все равно бьет с третьей, да? С третьей, да. Да она, наверное, лучше хекс возьму. Либо лотус может. Блин, а у меня сатов уже нет. А, я, может быть, тогда башер соберу. Кстати. Тебе не шилка поможет против нее. Ну, я могу ее бить в этом. А, просто она шапку свою эту носит свою. Там быстрее тебя отходит. Это напали. О, слушайте, они без арены. Можно сейчас попробовать что-нибудь сделать. Забайчено. Он еще Зевс можно не забайтить. Повесишь, Шлотс? Здесь кто-то. Че, мне влетать или нет? Или как, ждем, пока они нападут? Там арена нет, там лича нет. Могут пробить. Да, мне дробка очень сильно мешает. Мне еще и бабочку собирают. Скулы. А, отойдем тогда сюда. Еще из 30 секунд обойдем. Ладно, отойдем. Слушай, Тём, а там дровка без БКБ играет? Можешь попробовать её хексик? Не знаю, может блин какой-нибудь собрать себе? А потом на прыжках уходит. Тём, ты замечен, если что. Там ракеты еще освещают эти варды, так что вот здесь вард стоит точно, желтый.
Бабочка есть. А, это Роша появился. А кто-то его там палит. Так, дровка здесь. Вот, так, а гоум с маках тогда выйдем. У меня смоки есть. Собирайтесь сюда. Еще ульт Тёме. А, блин, не так. Кончилось. Сейчас. Дровка встанет. Все, он сдох, найс. Где? Возьмите. Воу-воу-воу. Только это как раз вот эти вот трое, которые ни хрена ничего не сделают. Изи. Бля, я сидел тут, ёпта, этот, как его, забыл, что я замучен, ёпта, когда Огра увидел, я говорю, чё, блинкуюсь, ёпта, блядь, ёпта, я думал, вы это слышали, но, блядь, вроде согласовано, нормально прыгнули на... Сука, блядь, наконец-то на виспеду потерял. Ну, конечно, я хуй его знает, хуй, блядь, чё ты, пиздец, ёпта, я вроде бы, блядь, по Игоряна заветам собирал всякую залупу саппортерскую, я, блядь, один хуй шесть слотов всякой хуйни, блядь, насобрано. Ну, видишь, здесь лотос очень сильно зарешал. Я думаю. О, блядь, Саня попросил, ёпту, завариться, ёпту. Я, блядь, заварил. Чисто все на Саню. Ну ладно, хуй с ним, огоним на себя. Огоним, блядь. Все-таки, видишь, не можешь ты из себя искоренить этого керри внутреннего. Да такая ебанина. Да нет, блядь, да мне это не вопрос. Видишь, несложно завариться, как попросят. Ну, что команда попросит, то я и заварю, мне похуй. Не, ну ты же, там же никто же за тобой не следит, ты как бы сам выбираешь вначале, что будешь делать. Мне самое главное, как нравится, то, что у Артема по итогам, блядь, фарма всегда больше, чем у тройки, блядь. Ну что если, блядь, блин, Тёма там, блядь, просто крипов, там хуярит по полной программе. Там своё собственное. Ну, блядь, ну ладно, хуй с ним, Гришу, 230 крипчиков я где-то дроплю. Блядь, почти что как у Керри, даже у мидра меньше. Надо как-то само, знаешь, там стрела, там Старшторм, как-то хуй пойми, блядь. Да. Ну слушай, по ходу дела тоже какие-то какастеры, бустеры попались, но я не верю, что дровка вот эта страж такая, блядь. Ну она вообще-то БКБ не собирала. Это ошибка была. Ну если бы она БКБ собрала бы, они бы, наверное, могли бы закончить. Ну, бля, видишь, она видно на эту хуйню, то, что это такого, блядь, Огр жирный, Марс, ёпта, что, блядь, ну её ж на самом деле так и зонили, до неё было вообще пиздец, так сложновато добраться, блядь. Да, она подставлялась, изи можно было добраться, никто не сейвил. Ну, кто-то, блядь, мы там и наподыхали, хуй знает, сколько раз, кто-то, что изи, блядь. Бля, ебать, эти сундуки уже, блядь, хуй в гора, блядь, их. Так открывай, Пуджа. Да нахуй он нужен, пизду, я ж сказал, я продам эту залупу, блядь, куплю уже. Я думаю, он будет... Ну, пудж будет стоить нормально, вис по-любому будет хуйню стоить. Я тоже продам пуджа.
Опа! Тёмыч, а чё, может, за реальные бабки тогда мне такого продашь-то? Ну, просто подешевле, но зато за реальные. Блин, надо будет подумать. Ну, ты подумай. Ну, если хочешь, можем махнуться, я тебе виспа-то не пуджа. Так у меня есть. Висп? У меня и висп, и пудж есть. А, блядь. Фига у тебя. Ну смотри, давай, я могу предложить тебе такую хуйню. Я Юльке виспа, а ты мне пуджа. А какая выгода, Тёмы? Блин, я прослушал, что там? Ну, выгода в том, что как будто он как будто подарил виспа, при этом висп у него остался. Как-то остался. Это тактика. У него же взяли же. Жулик. В смысле? Ну, он отдаст мне этого ненужного пуджа. А виспа-то тоже отдаст? Виспа я отдам. А-а-а. Как будто от его имени. Так, сейчас, слышишь, Гайс, буквально 5 секунд надо в галью носик припудрить. Еще. А в целом ты вообще играешь еще или что? Да я что-то... мне отойти надо. Нет, не хочу. Сейчас, секунду, короче, пока посвящайте. Куда отойти надо? На очередной фильмец? Или? Да. Какой фильм будешь смотреть? Да мы Люцифера смотрим. Чё, это сериал? Чё это такое вообще? А, это же... Да. Популярный достаточно. Это чё, стадо, что ли? Yes. Дота 2 смотрели, блядь, так первую. Чё Дота 2 смотрели? И аниме смотрит, блядь, просто. Не, ну что, такого не было никогда. Да-да. Ну да, что-то сегодня уже многовато дотки было. А сколько вы сыграли? Ужасно. Ну, Юля, выходи или что? Ты же как Саня выходишь, ты же тоже выходишь. В смысле? Да, в самом обычном смысле. Это не Саня уходит, это я ухожу. Я первая. Я же говорю, я стримить буду. Да, что мешает стримить и играть? Я не буду тоже. О, стримить. А что будешь стримить? Порнуху. Ну это понятно, но помимо этого. Да отстань ты. Ничего. Просто на отъебись запущу, посижу. Все, никто не придет, скажу все. Идите нахуй. Вы кто такие? Идите нахуй. Я вас не звал. Ну ладно, ребятки. Всем спасибо за игру. Да, всем пока. Всем доброй ночи. Пойдем да, посексим. Да. Спокойной ночи. Да, да. Больше не зовите. Спокойно. Вот, но там ночью будет неспокойно. Да, все. У кого там? У тебя, у тебя. У меня? Белая ночь. Когда они у меня вообще спокойными были? Бля, из унитаза слышу твое прозание. Чего? Тут там Тёма что-то пишет. Пойдем, пока не начал уговаривать. Он уже бежит в туалет. Пошли, 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 валим, валим. Не, ну так-то... Ну ладно. Да ты говори, говори. Юля, тебя надо упрашивать, да? Чтобы ты дальше играла. А вот ты когда... А, блин. Ясно.